На переходе нужно быть очень осторожными, потому что по дороге едет много машин. Убедитесь, что машины полностью остановились. И дождитесь, когда на светофоре зажжется зеленый свет. Переходя дорогу, нельзя идти в обратную сторону, потому что машины могут вас не заметить. Если вам нужно вернуться, дойдите до конца перехода, переждите красный свет и вернитесь на зеленый. А когда идете по зебре, ни в коем случае не поднимайте ничего с земли. Не играйте в видеоигры и не читайте книги на ходу. Мишка! И я с тобой! На парке, который находится поблизости, на детских площадках, но не в поле.
Правда, Миша? Мы не будем больше. Молодцы. Мишка! Я с тобой! Не играйте в мяч, если рядом дорога. Пойдите в парк. Если смотришь только на мяч, можно не заметить приближение машины, а это опасно. Не нужно сразу за ним бежать. Подождите, пока он остановится. Перейдите дорогу и подберите его. Или попросите помощи у взрослых. Когда несешь мяч в руках, всегда есть шанс попасть в опасное положение. Если такой сумки нет, положите мяч в обычный пакет. Должен выполнять правила дорожного движения для пешехода. Уважаемый Незнайка, опять нарушаем. Но почему нарушаем? А как по нему ездить надо? Я же вам сказала, соблюдаем правила для пешеходов, когда передвигаемся на самокате. А вы? А какие правила? Подойдя к пешеходному переходу, нужно остановиться. Посмотреть налево, посмотреть направо. И не забываем спешиться с самоката. И самокат ведем рядом с собой. Запомнил? Все правильно. В моем самокате должны быть световозвращающие элементы. Для чего они нужны? А чтобы меня везде было видно, наверное. Молодец, все верно. Чтобы водители транспортных средств могли заметить пешехода издалека. Поэтому давайте будем соблюдать простейшие правила при передвижении на самокате. В узких переулках ездят не только машины, но и велосипеды, мотоциклы и ходят пешеходы. Если сильно разогнаться, вы не сможете маневрировать и врежетесь в людей или в автомобили. Также, когда едешь под гору, затормозить невозможно, и можно попасть в серьезную аварию. Никогда не катайтесь по улице, на парковке и на строительной площадке. А когда катаетесь с друзьями, не мешайте друг другу и избегайте столкновений.